Вторая программа видео. Ветер уже дует. Вон в ту сторону. Раз, два, три, побежали. Хорошо. Ну вот видите, я просто почему с парашютом боюсь, потому что там вот это свободное падение, и оно страшно, да. Мы еще в Харькове когда-то, помните, может, были старые рогатки, вот это выстреливали тобой, и назад же оно же как раз вот свободное падение идет. Господи, меня слышал, наверное, весь Харьков. Но меня и быстро опустили. Я вот это раз только упала вниз, и я кричала, что все, хватит. И сразу они ослабили, и я... После этого я поняла, парашюты не мое. Ну, я имею в виду, в смысле, прыгать. Конечно. Я уже не стала рисковать, они хоть и говорили, что теперь все правильно будет. А вообще в Грузии где-то, я имею в виду, с парашютами прыгают? Я поняла. Я просто знаю. Ну, знаете, я вот узнавали, он у нас Олег, любитель этого всего, вот где с тарзанки прыгать. И сказали, был в Тбилиси мост, но буквально до нашего приезда там парень с девушкой прыгнули, и оба нас. И там вроде как закрыли. Ну да. Так кто его знает? Может, какие-то вот эти вот карабины слабые были? Не, ну я с веревкой как бы никогда не хотела. Я же говорю, эффект свободного падения меня не впечатляет. Ну да. Да, классно. Это вот теплый воздух, который нас поднимает. Ага. Там в Батуми тоже на этих самолетиках катались. Ну, тоже прикольно. Особенно, если ж попросить, они там вверх, вниз, вверх.